Добрый день! Меня зовут Виталий Викторов. Я специалист по промышленному проектированию в компании ProFold. И сегодня я вам расскажу про все типы дверей, которые вы можете у нас приобрести. Все двери делятся на два типа. Это холодильные двери для холодильных и морозильных складов и маятниковые технологические двери для производственных помещений. Важно, что технологические двери не герметичные, они служат только для разграничения пространства. Утеплитель в холодильных дверях – жесткий пенополиуретан. Основное его преимущество – самая низкая теплопроводность – всего 0,022 Вт на метр Кельвин. Это самая низкая теплопроводность среди всех теплоизолирующих материалов. Утеплитель в противопожарных дверях – пенополиизоцинурат, ПИР. Он такой же по теплопроводности, но его преимущество в повышенной огнестойкости за счет добавления в его состав антипиренов. Сегодня только общая классификация. В следующих видео мы расскажем про каждый тип двери по отдельности. Холодильные двери по способу открывания делятся на два вида. Это распашные двери и двери откатные. Распашные двери мы производим 5 видов. Это бюджетная серия, распашная дверь Optima для тех, кто ограничен в средствах. Данная дверь распашная на французской фурнитуре Fermot. Fermot – ведущий производитель фурнитуры, петель, ручек и замков по всему миру. Следующая дверь премиальная на немецкой фурнитуре Райбах. Отличительной особенностью является ручка поворотная, которая обеспечивает более плотное прилегание уплотнителя к раме двери. Также мы производим противопожарные двери распашные со степенью огнестойкости ЕИ-30. Также мы предлагаем двустворчатые двери распашные в двух вариантах. На премиальной фурнитуре Райбах и на стандартной фурнитуре МТХ. Откатные холодильные двери мы производим 4 видов. На французской фурнитуре Fermot, а также на фурнитуре собственного производства, которое мы называем Т-34. Срок службы такой двери увеличен в 1,5 раза. Мы производим противопожарные двери откатные с утеплителем ПИР. С этого года мы начали производить откатные двери двустворчатые для наших клиентов на Дальнем Востоке и для тех, кому необходимо закрыть широкие проемы. Вы можете укомплектовать откатные двери системами электропривода нашего производства или французского. Помните, мы бесплатно подберем для вас нужную комплектацию и тип двери. Просто позвоните или напишите. И еще мы выезжаем на шеф-монтаж для того, чтобы ваши строители грамотно все смонтировали. Правильный монтаж продлевает срок службы двери в 2 и более раз. Работаем по всей России и миру. Для разделения помещений мы производим технологические и маятниковые двери. Они бывают одностворчатые и двухстворчатые. Такие двери используются на производствах, а также в ресторанах, кафе и даже коттеджи. Такие двери комплектуются фурнитурой немецкого производства Dorma или Hafele. В стандартной комплектации двери мы производим полотно из холоднокатанной оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, защитными покрытиями из слоев цинка, грунтовки и полимерного покрытия толщиной 25 микрон. Для агрессивной среды вы можете заказать полотно двери из нержавеющей стали, таких как пищевая AIC-304 и непищевая AIC-430, либо с защитными покрытиями из ПВДФ, Гранит Фарм и Фудсейф. Дверные рамы мы изготавливаем из стального листа толщиной 2 мм и окрашиваем порошковой краской. Также вы можете заказать раму из нержавеющей стали. Холодильные двери ProFold устанавливаются и в плюсовые, и в минусовые, и в камеры шоковой заморозки. Следовательно, они делятся на два вида по исполнению – на среднетемпературные и низкотемпературные. Низкотемпературные двери доукомплектовываются обогревающим шнуром PEN, который устанавливается в раму.
Pen обеспечивает не примерзание уплотнителя к раме и исключает теплопотери. Мы рекомендуем устанавливать Pen во все двери в камерах с температурой ниже нуля. Двери бывают с порогом или без порога. Если в камере у вас пол выше, чем пол в коридоре, используйте дверь с порогом. По направлению открывания двери делятся на правые и левые. Оставайтесь с нами, и в следующем видео мы расскажем вам про особенности распашных дверей.